Капитальный ремонт или воровство в особо крупных размерах. Жители дома по адресу Горького 184 обратились в правоохранительные органы. По их мнению, капитальный ремонт их дома проходил с грубыми нарушениями, а денежные средства, предназначенные для его проведения, уходили на неизвестные никому из собственников цели. История началась еще в августе прошлого года. Именно тогда жильцы, заподозрив неладное, потребовали провести проверку. Спустя полгода выяснения обстоятельств дела и нескольких строительных экспертиз было доказано, что из 3 миллионов 130 тысяч рублей, выделенных на ремонт, 1 миллион 130 тысяч куда-то исчезли. Такова сумма недовыполненных работ. По подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура Волгодонска. Если вина руководства подрядной организации, спецстройкомплект или же руководителя ТСЖ «Оптимист» будет доказана, и может грозить до 10 лет лишения свободы. На 1/3 части из этой суммы работы не были произведены, при том, что они были сданы как выполненные. Задача следствия – установить виновных лиц, потому что договор подписывался 4 сторонами, не только председателем ТСЖ, а также подрядной организации, руководителем подрядной организации, представителями администрации города. Поэтому уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту хищения путем обмана, а виновные будут установлены в процессе следствия.